Католический мир отметил один из главных праздников – Пасха или Воскресение Христово. Празднует первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Предшествует событию Страстная неделя, однако она не такая строгая, как православный пост, и символизирует то время, когда Иисус начал свой последний путь. В чистый четверг все дома и квартиры убираются. Это своего рода дань Тайной вечери Иисуса и его учеников. Сразу после этого следует Страстная пятница. Именно в этот день был распят Иисус Христос. В Страстную субботу, когда тело Иисуса погребли, верующие предпочитают проводить скромно. Символ пасхального воскресения как у православных, так и у католиков – крашеные яйца. В этот день принято дарить подарки родным и близким. Напомню, православные христиане отметят Пасху в этом году 1 мая.